Партнер проекта – агродеревня Степаново-Городище в экологически чистом месте. Добрый день. Единственная пластиковая карта, которую принимают в Крыму, это карта платежной системы МИР. Среди российских банков, участников платежной системы МИР, 110 кредитных организаций. Однако обратиться за выпуском карты сегодня можно в 15 банков, сообщает РБК. Остальные пока являются или эквайерами, то есть принимают и проводят платежи по ним, или ведут подготовку к выпуску. Лидер по выпуску карты российской платежной системы – Крымский банк РНКБ. 8 из 15 банков предлагают выпустить карту МИР бесплатно. Остальные берут небольшие деньги. Например, в банке «Возрождение» выпуск обойдется в 150 рублей. Самое дорогое предложение у «Газпромбанка» – 1000 рублей. Часть кредитных организаций берет плату за обслуживание. Например, в «Связьбанке» ежегодные траты составляют 90 рублей, в «СДМ-банке» – 150 рублей. Самое дорогое обслуживание – в «Банке России» – 550 рублей в год. В двух банках выпуск и обслуживание карты МИР будет и вовсе бесплатным – в «МДМ-банке» и крымском РНКБ. Ну а осенью картой МИР можно будет расплачиваться в интернете на AliExpress. Меморандум об этом с Китаем уже подписан. Это правило денег.